Также на заседании правительства обсуждался вопрос инвестиций в регион. Совсем недавно делегация Орловской области участвовала в работе первого российско-китайского экспо. И уже в августе состоится ответный визит. Провинция Хэлунцзян является аграрно-промышленным регионом Китая. Значит, не самым большим, но тем не менее, приведу всего лишь одну цифру. На территории провинции производится на сегодняшний день зерна столько, сколько производится на территории 2/3 Российской Федерации. Технологии мы примем, заводы мы примем, но что касается рабочих рук, это будут жители Российской Федерации, прежде всего Орловской области. У нас достаточно сегодня рабочих рук, у нас достаточно сегодня очень профессиональной, грамотной, подготовленной молодежи, для которой требуются рабочие места. Наряду с вопросом инвестиций глава региона Вадим Потомский особое внимание уделил переселению жителей из ветхого жилья. Проблему переселения частично решат возведением нового так называемого 13-го микрорайона. При реализации данного проекта планируется ввести в эксплуатацию 500 тысяч квадратных метров жилья, в том числе по программе стимулирования социального жилищного строительства 316 тысяч квадратных метров жилья.